Приветствую вас. Я думаю, что вам совершенно справедливо мои коллеги написали, что забыть невозможно. Вот, можно, конечно, воспользоваться гипнозом, но даже после гипноза, если получится у вас забыть, то все равно эмоции и чувства сохранятся, просто они будут необъяснимыми. То есть вы не сможете сами себе объяснить, почему у вас, вот, ну, как бы, такие эмоции, да, там, допустим, ну, вследствие чего у вас такие эмоции и так далее, вот. Другой вопрос, что, пытаясь забыть то, что случилось, вы на самом-то деле просто бежите от себя, бежите от того, что произошло, вместе с тем вы не растете, не развиваетесь, вы просто пробуксовываете на ровном месте, когда пытаетесь убежать, потому что на побег тратятся огромные силы, ресурсы, деньги, но в итоге ничего не получается, потому что, так сказать, не организованное, не адаптированное, не ассимилированное прошлое, оно все равно будет давать о себе знать. И я понимаю, что для вас какие-то моменты в прошлом, они очень травмирующие, они очень тяжелые. Вам неприятно, вам стыдно, вам больно, вы чувствуете себя униженно. Я понимаю. Я понимаю. Но убегая, вы просто забиваете эти проблемы вглубь себя внутрь. И они начинают изнутри вас разрывать. Вот. Поэтому наилучшим решением будет, если вы как раз таки поделитесь всем тем, что вас беспокоит, что вас тяготит, что возможно травмирует, вот, со специалистом, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе, и, соответственно, вам в процессе беседы будет становиться лучше. Вот. Такая вот история. Если отвечать на ваш вопрос конкретно, то забыть нельзя никак. Можно использовать гипноз, но гипноз он убирает чисто только вот воспоминания, он не убирает сами чувства. Даже воспоминания не убирает, а просто блокирует сознанию туда доступ. Вот. Но гипноз не используют для того, чтобы забыть какие-то вещи. И еще раз повторю, забыть ничего невозможно. Вам мои коллеги об этом сказали. Вот. Поэтому выберите себе именно того человека, того специалиста, которому вы доверитесь, и начните ему рассказывать, начните делиться тем, что с вами происходит. И я полагаю, что вы в скором времени убедитесь и увидите, что в общем-то, не так все плохо, и что ничто в жизни человека, несмотря на ужасы, несмотря на боль, на негатив, недостойно того, чтобы это забыть. Это в жизни происходит, все из этого можно, из любого события можно извлечь для себя пользу, увидеть что-то позитивное и так далее. Просто сейчас мне кажется, что вы стыдитесь, что вы чувствуете себя виноватой, что вам тяжело. Я понимаю, именно для этого мы здесь, чтобы помочь вам этот этап пройти. Не преодолеть, не подавить, не побороть, а именно пройти. И пройти для себя наиболее выгодно пройти. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите
в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.